А вы знаете, как выглядели украшения Сюзан Бельперон? Сюзан Бельперон – одна из самых потрясающих и невероятных ювелиров 20 века. Она когда-то работала в доме Буавен, а затем открыла свой собственный дом. Посмотрите на стилистические особенности ее украшений. Она использовала цитрины, аметисты, халцедон, и все это она продавала известным иконам стиля – Уоллес Симпсон, Эльза Скиапарелли, Диана Вриланд. И, конечно же, среди ее почитателей, даже несмотря на то, что это было после ее ухода, был Карл Лагерфельд. Именно брошенный Сюзан Бельперон Карл Лагерфельд часто размещал на своих галстуках. В комментариях напишите, как вы считаете, актуальны ли эти украшения сегодня. И была ли гениальна Сюзан Бельперон?